Добрый день, 13 часов 6 минут. У микрофона Владимир Сметанин. Я приветствую гостя нашей студии Анатолий Чурин, депутат областного законодательного собрания, руководитель областной системы образования с 1988 по 2015 годы, заслуженный учитель Российской Федерации. Анатолий Михайлович, добрый день. Добрый день. В нашем разговоре могут участвовать и слушатели. Традиционно напоминаю об этом. На сайте kirova.ru в верхнем правом углу есть специальная форма для ваших вопросов. Пишите, я обязательно озвучу в течение нашей беседы. Естественно, мы сегодня об образовании тоже поговорим, но хочу я начать, Анатолий Михайлович, с трагедии, которая потрясла весь город 24 ноября в субботу на улице Московской. Смерть 10-летней девочки. Все это, конечно, ужасно и бесчеловечно. Я имею в виду поступок водителя, чтобы потом еще на капоте девочку тащить. Ну, в общем, ладно. Каждый из нас переживает, безусловно, как это, как личную трагедию. Илья Шульгин, сити-менеджер, накануне заявил о том, что нужно жестко отреагировать на это происшествие. По его словам, это свидетельствует об отсутствии культуры вождения и требует кардинальных мер для пресечения любой агрессии за рулем. Он предложил организовать в Кирове месяц тотального дорожного контроля. Как вы себе это представляете, Анатолий Михайлович? Каждому сотруднику ГИБДД, которых и так в последнее время меньше стало представить, или речь все-таки идет о другом, о более глобальном, масштабном подходе, о воспитании, в том числе на каждом этапе жизненном человека? Ну, тут, конечно, вспоминается предложение. Конечно, это трагедия. ПДД изучать в школе. Трагедия, и остается только выразить глубокое соболезнование. Конечно, я присоединяюсь тоже. Семье. Но вот эта фраза, что давайте мы, так сказать, проведем месячник тотального контроля, это, мне кажется, не больше, чем фраза. Потому что все эти разовые мероприятия в конечном итоге ничего не дают. Ведь давайте вот вспомним, мы с вами являемся свидетелями, что последние годы не проходит ни одного, наверное, месяца, даже, может быть, даже недели, когда у нас не гибнут люди на дорогах. Причем гибнут в автобусах, сталкиваются автомобили. И в итоге, значит, мы все время, как говорится, вот разбираем такие подобные ситуации. Ну, мы берем всю страну. Да, всю страну. Да? Ну да. И в области, конечно, так сказать, тоже бывают ситуации. И таких ситуаций мы тоже можем назвать немало. Но здесь, конечно, особый случай, когда девочка шла по пешеходному переходу. И, так сказать, с бабушкой. Правда, я вот тут почитал кое-какие материалы в интернете. Мне тут непонятно, почему ГАИ устроили, так сказать, преследование. Да. Угу. Причем на самой оживленной улице, они же шли по пешеходному переходу, они вроде бы должны, так сказать, быть защищены в любом случае. И тут оказалась вот такая ситуация. Ближе к 6 часам вечера. Да, темно, видимо. На дорогах улицы освещены плохо. Конечно, здесь, на мой взгляд, это следствие той оптимизации, которая проводится в стране на протяжении последних лет. Вот давайте вспомним две отрасли, хотя бы, не будем далеко ходить. Вот лесное хозяйство ликвидировали, по сути дела, всех лесников. Что происходит с лесом? Лес у нас горит ежегодно, причем в огромных масштабах. Теперь ликвидировали, по сути дела, вот служащих или как их, постовых ГАИ. И у нас на дороге сегодня практически никого нет. Вот они стоят, удивительно, я езжу каждый день по дамбе. Ну, в лучшем случае на дамбе у заправки движения стоит машина, это, так сказать, вот. Но не каждый день она там стоит. Ну, не каждый день, смысле, да. Я имею в виду с 8 до 8. Там, да, нет, она стоит определенное количество времени, и все. Причем непонятно, для чего люди стоят. То ли они, вот я как-то раз ехал, меня остановили просто, посмотрели, для чего меня остановили. Не знаю. Спрашиваю, для чего? Просто так. Вот просто так. Остановили и все. Ну, документ проверили. Ну, документ посмотрел. Они сейчас имеют, да, на это право. Да, документы посмотрели, все, так сказать. Ну, я ехал, у меня один с женой ехали. Но смысл-то не в этом. Самое-то тяжелое, на мой взгляд, ситуация в том, что с водителями никто не работает сегодня. Так, что вы имеете в виду? Я имею в виду, прежде всего, вот вы правильно говорите, что должна быть культура вождения. Посмотрите, как у нас водят автомобили в городе. Есть в правилах дорожного движения четкая, так сказать, запись, что телефонами во время движения водитель пользоваться не должен. Так. Но, к сожалению, это происходит буквально. Вот едешь по дорогам, я много езжу по городу, по телефону говорят все, как будто у всех какие-то есть срочные дела и нужно говорить. Говорят на перекрестках, говорят во время движения, самые, так сказать, опасные вещи. Я тут высмотрел девушка, которая, так сказать, ехала по мосту через Вятку, и она все время говорила, так сказать, видимо, по телефону, сзади образовалась очередь, она ехала очень медленно. Значит, когда она увидела, что за ней там целый шлейф, она тут ускорилась. Но это же ведь отвлекает, и поэтому не случайно, может быть, так сказать.
Я к чему говорю, что надо, наверное, очень серьезно задуматься о том, а какую выстроить систему воспитания водителей, их дисциплины. Вот мы все время говорим о том, что задерживают пьяных водителей. Но это тоже, ведь, как говорится, нонсенс. Поэтому вот эта разовая мера, или как она будет осуществляться, я не понимаю. Тотальный контроль. Да, я с этого начал. Кто будет контролировать? И как это будет контролироваться? Сегодня навешали везде камер, снимают штрафы, все довольны. Штрафуют за каждую, так сказать, за каждую мелочь. Нет, не за каждую еще. Ну, хорошо. Еще впереди все. Пусть, да. Но деньги собирают немалые, но от этого никому легче не становится. Причем часто ошибаются, и мы тоже об этом знаем. Но работа с водителями отсутствует. Я думаю, что нужно подключать телевидение, нужно подключать все средства массовой информации, всем, чтобы каждый день... Мы что сегодня видим на телевидении? Мы видим такие передачи, которые уже всем просто, ну, не знаю, надоели до чертика. Но тем не менее... Вот... Но мы что там видим? Если мы видим одни и те же лица. Видим. Могу тоже высказаться. Там да. Культ хороших тачек дорогих. Да, хороших тачек, это есть, ладно. Чем дороже, но тем... Мы видим одни скандалы. Вечером это сплошной скандал. Да. Это выворачивание всякого грязного белья. Осмеяние там людей и так далее, и так далее. Для чего все это? Вот давайте мы будем говорить о нормальных вещах, о тех, которые нас волнуют сегодня. Вот нас сегодня задавили этой политической, так скажем, пропагандой. Ну, она нужна, но у меня такое впечатление, что народ-то весь поддерживает то, что, так сказать, вот происходит. И поддерживает. Вы имеете в виду пропаганду действий верховной власти в стране? Да, и то, что за рубежом, прежде всего, на международной арене. Ведь, собственно говоря, в обществе есть согласие в том, что да, нужно, причем даже более того, что нужно действовать более решительно, а не просто, так сказать, соглашаться с каждым, так сказать, фактом. Но, с другой стороны, мне кажется, что убеждает сегодня не народ, а убеждает тех, кто вот при деньгах, то, так сказать, там сегодня совершенно имеют другие взгляды на эту ситуацию. Поэтому здесь, на мой взгляд, вот эта недоработка главная. Анатолий Михайлович, вот конкретный, да, вопрос. Обсуждается уже много лет тема изучения правил дорожного движения в школах. В обязательном порядке. Они изучаются. Изучаются? Конечно, они изучаются. Правила дорожного движения в обязательном порядке изучаются в школе. Но это на каком предмете? Там выделено специально, так сказать, время. Школа сама решает? Основы жизнеобеспечения. В рамках ОБЖ? Да, ОБЖ. Там выделено специально, так сказать, раздел. И эти правила дорожного движения изучаются. Но ведь не дети зачастую, ну, дети тоже нарушают, как пешеходы, как правило. Но не дети же ведь, так сказать, являются причиной гибели там водителей, или как, а наоборот, водители являются причиной гибели детей. Водители несут смертельную угрозу. Да, смертельная угроза. Это транспорт повышенно, так сказать, средство опасности. Угу. Поэтому здесь еще раз говорю, что раньше как-то это было по-другому. Раньше очень много занимались именно, я не знаю, может быть, и сегодня есть там, так сказать, у них планы какие-то. Мы со школьниками, например, в области проводим много мероприятий. И соревнования разного рода, и, так сказать, и в России проводятся эти соревнования. Но именно когда человек сел за руль, его он должен быть постоянно под контролем. С ним должны постоянно работать, его должны учить, воспитывать, напоминать и так далее. То есть это целая система таких действий. Но, к сожалению, ее нет. Ну, давайте права будем чаще менять. Не раз в 10 лет, раз в 2 года, в 3. Понимаете, сдавать для того, экзамены, для того, чтобы подтверждать свою квалификацию. Для того, чтобы права менять. Ну, а что сдать экзамены? Что нужно сдать, если я говорю по телефону во время езды? Что меня, так сказать, остановит? Все, крест можно ставить, да, на этом человеке? Да, то есть тут надо тогда сразу всех лишить просто, или каждого второго лишать, если так. Поэтому я не знаю, вот сегодня по телевидению показывают органы, так сказать, мы смотрим фильмы, так разные, то люди сидят, разговаривают по телефону, причем те, кто должен соблюдать закон, они сами нарушают, и это показывается все. Такая неразрешимая проблема какая-то получается, клубок. Ну, хотя бы с чего начать? С другой стороны, посмотрите, ведь очень ездить по городу, например, вот по нашему городу, очень сложно. Все улицы забиты автомобилями, они просто забиты. Соглашусь. Парковок нет, значит, а улицы зачастую не очищены, скользко. И так далее, и так далее. Много вещей. Они плохо освещены. Вот едешь вечером, особенно где-то вот после того, как уже начнется смеркаться, то как раз очень трудно. Пешеходы выходят не по пешеходным переходам. Они выходят среди, так сказать, квартала. И так далее, и так далее. То есть очень много. Надо быть очень осторожным. А когда ты едешь, разговариваешь по телефону, ну извините, можно и просмотреть. Если вы сейчас в автомобиле, обратите, пожалуйста, внимание. Не нужно. Оставьте телефонные разговоры на то время, когда вы будете не за рулем находиться, хорошо, а если звонят, то вот не надо сразу брать трубку.
Более того, современные автомобили имеют специальную связь, ее можно подключить и так далее. Так что да. Хорошо, сейчас у нас будет небольшая пауза. Анатолий Чурин, депутат областного законодательного собрания, продолжится наша беседа через полминуты. Продолжается наш разговор. Анатолий Михайлович, давайте сейчас вернемся в 22 ноября. Я имею в виду пленарное заседание областного законодательного собрания, где, в частности, в первом чтении был принят бюджет Кировской области на 2019 год. Вы лично, как и вся фракция КПРФ, членом которой вы являетесь, как и фракция ЛДПР, проголосовали против этого проекта. Мне непонятна, честно говоря, позиция эсеров, которые воздержались. Что тут воздерживаться? Либо за, либо против голосов, да, либо поддерживать. Есть... Но это ладно, речь не об этом. Почему вы голосовали против? Ну, дело в том, что вот третий бюджет, который принимают законодательное собрание данного созыва, и мы видим, что это бюджет, 16, 17, 18, да. Бюджет не развития. Бюджет – это бюджет стагнации, бюджет выживания, поскольку, по сути дела, хоть он и говорит, что, говорят, что нам, что это социальный бюджет, что большая часть расходов бюджета идет на социальную сферу. Профицитный бюджет. Да, но этот профицитный бюджет тоже непонятно для чего создается, потому что средств не хватает на все, а мы еще эти средства стараемся экономить. Но объясняется так, что нужно гасить те долги, которые имеются в области. Ну ладно, с этим можно как бы и согласиться. Но то, что сегодня в области нет четкого понимания того, что бюджет должен расти не только за счет налогов, а 70% бюджета именно формируется за счет налогов с населения, по сути дела, то это, конечно, такой бюджет, он ничего не дает, по сути дела. Он дает, ну, да, мы решаем там текущие вот какие-то вопросы, задачи решаем. Хорошо в этом году удалось, видимо, так сказать, получить дополнительные средства из федерального бюджета, это хорошо, но, собственно говоря, все остальное осталось по-прежнему. Поэтому мы не могли голосовать за, поскольку считаем, что нужен другой бюджет. Какой другой, Анатолий Михайлович? Бюджет. Вот за какой бы вы проголосовали, и ваши коллеги по... Ну, во-первых, бюджет должен быть по объему гораздо больше. Больше. То есть он должен опираться, прежде всего, не только на сборы с населения, а он должен опираться на те налоги, которые платят нам компании, промышленные предприятия и так далее. Бизнес, они должны. Но и с другой стороны, если бы они платили больше налогов, значит, тогда возможность появлялась бы у них и для развития. Сегодня малый бизнес у нас не развивается. Мы не можем ничего здесь сказать, хотя в свое время говорили очень много о том, что нужно его развивать. Поэтому здесь много проблем. И если говорить о социальной сфере, то есть, вот, допустим, той отрасли, которая ближе мне всего, образовании, то и здесь ведь ничего такого особого движения не происходит. Те деньги, которые мы сегодня вкладываем в развитие, допустим, детских и дошкольных учреждений, они пришли с федерального бюджета. То есть федеральный бюджет выделил эти средства, а область, к сожалению, выделить и построить хотя бы один детский сад за свои деньги не может. Таких денег нет. Мы сегодня не можем повысить заработную плату, которая является одной из самых низких в стране. И это тоже за счет должно решаться. В бюджете, да, мы имеем в виду в первую очередь? Да. Повышение зарплаты. А? Бюджетников имеем в виду в первую очередь. Конечно, бюджетников. Поскольку... То есть очень много проблем, которые не решаются годами. И поскольку вот все это вместе взято, к сожалению, мы не смогли. Хорошо, ясно. Прокомментируйте, пожалуйста, еще сообщение в некоторых СМИ, что некий раскол произошел, не знаю, или не произошел во фракции КПРФ. Вот, в частности, могу процитировать текст, насколько я понимаю, это вот имени Сергея Павлиновича Мамаева, да, руководителя фракции и первого секретаря Кировского обкома. Не случайно против наших фракций в Заксобрании со стороны олигархических структур развернута гигантская чернушная пиар-компания в подконтрольном к ним СМИ. Именно поэтому, когда мы откровенно начали критиковать испривилегированное положение, рассказывая о миллиардных субсидиях из бюджета олигархи через прикормленных журналистов, предприняли попытку внести раскол и расстраивать нашу фракцию. Не выйдет. О чем идет речь? Я не знаю, о чем идет речь, поскольку мы пришли, когда на заксобрание, на столе лежали газета «Репортер». И в этой газете я впервые увидел эту статью, которая там была... У всех депутатов ОЗС? Ну, она лежала на столе, пожалуйста, любой мог ее взять, так сказать, и прочитать. Ну вот, я увидел впервые эту статью, где упоминается имя Александра Ивановна Калимуллина. Мы с Александром Ивановичем... Ваши коллеги по... Да, коллеги, да. Мы с ней сразу обменялись мнениями. Она сказала одну простую вещь. Да, мне позвонила какая-то журналистка, женщина, и спросила несколько... Задала несколько вопросов, таких нейтральных. И выдала совершенно обратный продукт. С такими выводами, которых, в общем-то, в природе нет, не существует.
Поэтому говорить о каком-то расколе я вообще не понимаю, в чем речь. О чем... Для вас это было как снег на голову. Да, это вообще непонятно, откуда что взялось. Так что здесь, в этой ситуации, никакого раскола в фракции нет. Мы работаем, так сказать, поддерживаем друг друга. Если у нас возникают какие-то вопросы внутри, мы их стараемся разрешить. Ну, как-то, ваши коллеги, вы собираетесь опровергать эти вещи официально, не знаю, пытаться... Выпустить правдоподобную информацию. Александр Иванович подготовил такое опровержение, она выпустила его. Просто вот. Ну, может быть, я видел, да. Так что тут в этой ситуации не заметил. Говорить о том, что там какая-то произошла, не знаю, ситуация такая, что ведет раскол, это никаких вопросов нет. То есть все в порядке, обстановка, как говорится, рабочая. Фракция работает, продолжает свою деятельность. Хорошо. Ну, раз уж про бюджет заговорили, во втором чтении тоже будете голосовать против? Дело вот в чем. Там или будут поправки еще? Я на заксобрании задавал вопрос о том, чтобы, так сказать, причем задаю его каждый год один и тот же вопрос, и на комитете, и на заксобрании, о том, что нужно выделять дополнительные средства, закладывать бюджет изначально на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году. Мне каждый раз отвечают, мы это сделаем поправками. Поправки когда мне... уже будет принят бюджет? Да, когда будет бюджет принят, и мы сделаем это поправками. Я не понимаю, так сказать, что значит поправками. Это такая сегодня ответственность за жизнь сотен тысяч детей. И мы спокойно отодвигаем это, решение этой задачи на потом. Поэтому, тем более, такие требования сегодня предъявляются к зданиям. Они очень быстро изнашиваются. Их надо постоянно держать, так сказать, в таком состоянии, чтобы они были безопасны. И я открыто сказал, что это не пойдет. Поэтому, если сегодня ничего сделано не будет, ну а зачем мы будем голосовать? Я голосовать лично не буду. То есть, вот один этот момент, ключевой, на ваш взгляд, если он не проходит, он то сразу, вы считаете, сразу что перечеркивает. Да. То есть, люди не слышат. А раз не слышат, ну что делать? Какую сумму вы озвучиваете? Понимаете, тут о сумме говорить очень трудно. Почему трудно говорить? В свое время мы просили, добивались, и нам выделяли и по 100 миллионов, и по 80 миллионов. В этом году 60, по-моему, миллионов. В этом году вот так же выделили, потом задним числом. Да. Но дело в том, что ведь износ материальной базы, он накапливается. А раз недофинансирование идет ежегодно, то расходы все время возрастают. Мы ведь, по сути дела, латаем. Был период, вот где-то 14-15 годы, мы капитально отремонтировали практически все средние школы в районах. Большие суммы были вложены туда. Но у нас масса других еще зданий. И что же надо поддерживать? То есть процесс нельзя останавливать? Нет, его надо постоянно вкладываться и вкладываться. Но тем более новые школы не строятся. По сути дела, вот только началось недавно это все движение. Так что как это можно сказать, чем больше, тем лучше. Но мы же понимаем, что реальность другая. Поэтому надо сегодня, видимо, хорошо просчитать министерству, что в первую очередь закрыть, и предложение внести такое, сколько требуется средств в первоочередном плане. Вот только так можно сделать. Ну, по вашей оценке, как я думаю, что не меньше 100 миллионов нужно. Не меньше 100 миллионов. Ежегодно. Конечно, да. Это, если бы такие суммы выделялись, то тогда можно было бы как-то еще маневрировать и решать вопросы такие вот. Хорошо, следующая тема. Я напоминаю нашим слушателям, что вы тоже можете задавать вопросы гостю особого мнения. Анатолий Чурин, депутат УЗС, руководитель областной системы образования с 1988 по 2015 годы, заслуженный учитель России. Пишите, я озвучу обязательно. Ситуация вокруг Музея истории народного образования. Вы давали нам комментарии по телефону в то время, когда мы поднимали эту тему в нашей беседе. Ситуация, насколько я понимаю, до сих пор в таком подвешенном состоянии находится. В инициативную группу, в группу защитников музея, который находится на Московской 33, входит и основатель музея истории Хлынова Валерий Федяев. И буквально на днях он опубликовал открытое письмо на имя губернатора Кировской области Игоря Васильева. В самом конце там содержится три пункта, что предлагается сделать. Пункт первый – отменить распоряжение Министерства образования о переносе Музея истории народного образования на задворке, цитирую, города. Вам известно, в какой сейчас стадии находится? Ну, там потому что тема такая закрытая. Часть размонтировали уже, так сказать. Часть уже вывезли или что? Ну, я не скажу, что вывезли, не знаю. Но то, что демонтаж уже начался, это точно. Но... Институт развития образования, да, Кировской области? Но дело-то видите в чем. Вот что такое музей? Мы создавали музей в самые сложные 90-е годы. Музей создавался на общественном. И вы непосредственное участие принимали в этом? Вот. Несколько раз подходили к созданию музея. Хотя в Вятске, в Вятской губернии музей народного образования существовал. Потом он исчез. И вот несколько
раз подходили, но создали мы его только в 90-е годы. Причем фактически он создавался на общественных началах. Музей, по моему глубокому убеждению, это дань тем поколениям педагогов, которые работали в Вятке, которые, в общем-то, давали образование нашим детям. То есть, дабы вот эту историческую связь... Эту память нужно сохранить, чтобы мы же ведь не без роду, и, как говорится, совсем-то Ивана не помнящие родства. Мы помним, кто был до нас, какие были люди. Было очень много героев соцтруда, награжденных орденами Ленина и так далее, награжденных другими орденами Советского Союза. Это были все учителя. Учителя воевали, учителя, так сказать, ушли на фронт. Многие из них не вернулись. Это все память. И когда мы объявили о создании этого музея, очень многие вот, горожане, буквально, может, у нас денег не было на покупку экспонатов, нам бесплатно принесли эти музейные, так сказать, уже скажем, реликвии, и мы их бережно хранили. Создали специально хранилище, где-то все хранилось в хороших условиях. А само здание, вот это особняк Прозорова на Московской 33, оно тогда было в областной собственности? Да, оно и сейчас в областной собственности, да. И тогда. Так, то есть не было проблем, вот именно нет, все это, да, согласовали это именно это. Наше учреждение, да, и все, да. И вот поэтому, и когда сегодня говорят, что те руководители, которые сегодня уходят, так сказать, у руля, говорят, что давайте забудем все, что было до нас, но это... Вот как раз в русле этого и забудьте все, что было до нас. Но это же неправильно. И поэтому сегодня, когда объявили о том, что музей закрывается, многие, опасаясь, что их просто вещи пропадут или будут утрачены, они стали оттуда уже потихонечку забирать. И мы боимся, что музей просто распадется. Он просуществовал столько лет, вот больше 20 лет, и его просто растащат. Тем более, что если его... Что значит перенести музей в другое место? Все музейные, так сказать, экспозиции создавались под определенные площади. То есть нельзя сегодня экспозицию взять, снять и повесить в другом месте. Это уже не получится. То есть нет таких условий. А это значит, нужно переделать все заново. Кто это будет делать, я не знаю. И средств на это тоже, по-моему, нет. Я выступал на совещании в Министерстве образования, говорил о том, что не смейте трогать. Это когда было? Это было на прошлой неделе, по-моему, в четверг. Не смейте трогать то, что не вы создавали, не вам и разрушать. Я так и сказал. Поэтому кому это было министерству это было сказано, министру образования Рысевой, да, ага. Ольге Николаевне. И она пообещала рассмотреть, так сказать. Не знаю, что она рассмотрит, если у нее хватит, так сказать, силы воли остановить это все, ну, честь ей и хвала. Но если это не сделает, тогда и позор. Просто скажу, что позор. Еще раз, Анатолий Михайлович, она обещала рассмотреть, да. Обдумать вопрос. Ну, видимо, да? Так, да, так скажем. Но речь идет о том, чтобы всю бухгалтерию министерства, да, сейчас там разместить. Понимаете, решить вопрос с бухгалтерией не представляется большого труда. Ваш вариант озвучил, да, пожалуйста. Да, я простой вариант, я и тоже уже говорил об этом. За углом на улице Володарского был у нас техникум. В этом техникуме сейчас расположили некое такое подразделение, которое непонятно чем занимается. Но в этом техникуме вполне можно решить вопрос по размещению бухгалтерии. Там все отремонтировано. Площади позволяют. Обстановка позволяет. Ну, целый техникум был. Есть. Да, все есть. Здание отремонтировано. Все было сделано. Все нормально. Поэтому решить вопрос вполне возможно. Другой вопрос. Мне задают такой. Ну, я говорю, я не знаю ответа на этот вопрос. А может быть, это здание уже продано? Ну, не знаю. Может быть, уже кому-то пообещано. То есть, тут даже такие уже сегодня слухи пошли. И то, что спасибо вот человеку, который, так сказать, защиту выступил. Валерий Федеев. Да, его. Поэтому огромное спасибо. Я думаю, что хватит ума и, так сказать, чувства такта у людей, чтобы не разрушать то, что создавалось во имя и во благо того же самого образования и тех учителей. Ну, Анатолий Михайлович, вы готовы, так или иначе, в то, что в ваших силах и возможностях поддерживать вот эту инициативную группу ветеранов образования? Конечно, не вопрос. Да. Я уже тут был вот, и выступал на радио. Нашем Вятка, как у нас? ГТРК. ГТРК, да. То же самое говорил, вместе с директором музея приходили туда, рассказывали всю эту ситуацию, как это делалось, как сложно было. Ведь, по сути дела, без денег, но мы создали. А сейчас ситуация уже другая, и люди, давайте разрушать будем. Ну, что сказать, слухи о том, продано или не продано. Я не знаю. Рано или поздно все слухи, они подтверждаются, либо не подтверждаются. Ну, вопросы такие не задают. Пройдет поэтому время, я, мой ответ явно. Пока такой, что я не знаю абсолютно, почему это происходит. Я правильно понимаю, что если бы вы сейчас работали начальником, то есть этой ситуации нет, конечно, не сложилось? Даже близко бы не было. Даже близко бы не было.
Анатолий Чурин, депутат УЗС, руководитель областной системы образования. На протяжении почти 30 лет заслуженный учитель России. Подошло время небольшой рекламы. Скоро продолжим. Продолжаем нашу беседу с Анатолием Чуриным. Анатолий Михайлович, на днях появилась новость о том, что издательство «Просвещение» бесплатно передало нашему региону 118 тысяч электронных форм учебников. Сейчас «Просвещение» будет проводить обучающие вебинары для педагогов, ну, чтобы сначала педагогов научить, а потом уже детям это все передавать. Однозначно я благо, на ваш взгляд, переход на электронные учебники. Понимаете, ну, это еще при вас, естественно, да, все это начиналось. Все, что делается разумно, наверное, идет на пользу. Но когда мы все меньше обращаем внимание на учителя, а это уже неизвестно во что выливается. Потому что ведь, что бы мы ни говорили, учитель остается тем лицом, который учит. Все остальное прилагается. Но если мы сегодня учителя загнали в такие условия, что ни зарплаты, так сказать, ни поддержки со стороны государства. Что учитель это услуга. Да, что образование это успеем, услуга, об этом, да. А учитель оказывает эту услугу, то извините, во что все это выльется. Поэтому, хотя много сегодня говорят о цифровой школе и так далее, и так далее, вот на практике все это оборачивается дополнительной нагрузкой для учителя. Поэтому здесь нужны очень жесткие правила того, как это использоваться будет, с тем, чтобы не перегружать без того загруженных учителей. Вот. И в то же время научить правильно пользоваться как учителя, так и, конечно, учащихся. Ну, дай бог, если все научат. Дай бог, приживется. С одной стороны, благо есть. Не нужно гору вот этих огромных учебников, огромную гору учебников. Нужно просто иметь планшет, где закачаны будут все учебники. Их можно закачать с 1 по 11 класс и, так сказать, забыть про то, что у тебя учебники есть или нет. Это благо, но это надо очень разумно к этому подходить. Контролировать четко. Да, это очень, это такой процесс, который должен быть, должна быть система отработана так, чтобы ее просто не замечали. А не просто, так сказать, вот как сегодня мы, ну был эксперимент, я понимаю, там, но сейчас-то уже экспериментировать на такой массе, наверное, сложнее будет. Глава Министерства просвещения Ольга Васильева недавно, в конце ноября, заявила о том, что надо сокращать бюрократическую нагрузку на педагогов. Дальше цитирую. До сегодня у учителя должно быть три всего лишь документа. Его план, электронный журнал и дневник. Трудно не поддержать, конечно, министра просвещения. Дай бы Бог, в этом предложении, что надо сокращать, безусловно, но пойдет ли дело дальше, чем вот это заявление, да? Пойдет ли? Вот этих заявлений делалось за последние годы великое множество. Вот я о том же. И поэтому, если только вот это опять вброс, и никаких конкретных шагов на этот счет не будет, ведь нужны нормативные документы, которые бы освобождали учителя от всех этих, так сказать, бесполезных и беспутных проверок и прочих вещей. Я, конечно, всегда был против того, чтобы освобождаться от всякого контроля. Но контроль должен быть разумный. И нужны такие стимулы, которые бы позволяли учителю, так сказать, действительно понимать, что он достиг каких-то определенных вещей. Вот в свое время у меня была такая мысль, что вот была аттестация, учитель проходил аттестацию, допустим, он получал аттестацию там, высшую категорию. Раз в пять лет. Но если он получил эту высшую квалификационную категорию, зачем ему идти снова на аттестацию и снова подтверждать эту категорию? Если тем более можно опосредованно посмотреть, каковы его, так сказать, результаты работы в том классе, где он работает по его предметам. Если все нормально, если, так сказать, никаких провалов нет, то, извините, зачем учителя гнать снова на эту аттестацию? Или, например, ты получил заслуженного учителя. Ну, зачем тебя снова... Тебе аттестацию проходить, ты уже получил. Если достиг уже, да, уже достиг потолка уже такого. Да, ниже ты уже, да, сам себе позволить, конечно, не можешь. Поэтому, чтобы уронить честь. Вот если бы такие вещи, но нам в то время говорили, как это так, освободить учителя, да, дать, не дать ему возможности его контролировать. Ну вот что сделать. И вот сейчас, по-моему, из той же самой песни, те же слова. Давайте освободим, ну и что толку? Давайте освободим, но вы сделайте шаги для того, чтобы освободить учителя. Да, действительно, во что это вольется-то. У нас, вы знаете, какой-то момент откровения, момент истины. Вот кроме главы Минпросвещения Ольги Васильевой, еще такое откровенное заявление сделала премьер-министр Татьяна Голикова. Она тоже в конце ноября признала, что оптимизация, которая шла на протяжении последних лет в образовании и здравоохранении, была непродуманной. Она не нанесла ущерб и многое утрачено. Не, ну, наверное, конечно, хорошо признать свои ошибки, но... Так если опять же вопрос, а дальше-то что?
Но, дальше-то что? Конечно же, абсурд. Вот можно оптимизация, я так понимаю, это сокращение расходов на. Ну, в широком смысле, да, в широком смысле тут надо понимать, вот, видимо. Представляете, такую вещь. Нигде, ни в одной стране мира нет такой ситуации, когда бы учитель в разных регионах получал разную заработную плату. Это же вообще, сегодня это уже становится государственной трагедией. В каком смысле? Вот представляете, сегодня учитель, который получает здесь 20 тысяч, а в Москве уже 100 тысяч обещают, Собянин 110 обещает, то сегодня молодежь уезжает в Москву. У нас начинается вокруг Москвы формироваться некая агломерация, куда съезжается огромная масса населения. Мы к чему придем? Я сейчас, может, не то что-то скажу, но, на мой взгляд, это какой-то образовательный сепаратизм. Это больше того, это разрушается единое образовательное пространство. Вот, вот, то да, есть да. Мы говорим, что вот у нас единая такая, единая подход, но это разрушается. Угу. Поэтому вот вся эта оптимизация сегодня привела действительно к тому, что мы потеряли то образование, мы потеряли того учителя, который, так сказать, должен быть, по большому счету. И на самом деле, я не знаю, пока никаких таких явных движений, хотя там говорится о том, что вот мы увеличиваем расходы на давайте образование. Сейчас, давайте сейчас поговорим об этом, об увеличении. Да. Что такое расходы на образование увеличиваются? Все эти увеличения, они съедят прежде всего такие вещи, как те же коммунальные услуги. Коммунальные услуги растут, геометрическая прогрессия, все это растет, и в итоге, значит, мы опять останемся без ничего. У нас зарплата сегодня одна из самых маленьких в стране, и поэтому на самом деле проблем очень много. Ну да, вот хочу просто привести для примера эти цифры. Видимо, связаны эти заявления, да, вице-премьера Голиковой, вот эти уже... Раз они увеличивают расходы, они считают, что да, они уже поправлять будут. В частности, нацпроекты образования и наука в следующем году получат финансирование в полном объеме. В целом на образование в следующем году будет потрачено 820 миллиардов рублей. Для сравнения, в этом году речь идет о сумме в 667 миллиардов, то есть плюс 23%, почти что четверть. Плюс почти что в два раза вырастут траты на строительство новых школ, в 2,5 раза на строительство детских садов. К сожалению, на будущий, деньги возьмут, интересно. На будущий год область не получает ни одного рубля на строительство новых школ. Да? Да. А, простите, тут буквально выходные... На детские сады дают. На детские сады. На детские сады дают, дополнительно даже дают, а на школы нет. А как же новая школа в областном центре в Шевели, которую... Пока никак. То есть в 2019 году? Пока ничего нет. Интересно. Просто, да, на днях ведь как раз тоже вопрос обсуждался в городской администрации. Там, судя по итогам этой встречи... Не знаю, может, город найдет какие-то средства у себя, но, по крайней мере... Там тоже миллиард нужен. Да, конечно. Не меньше. Не меньше. Там почти 3 гектара планируется. А потом, понимаете, вот меня все возмущает такой факт. Вот школу построили, да? Школу построили, сдали в конце декабря месяца. Но у нас сегодня такие нормативные документы, чтобы получить лицензию, чтобы, так сказать, то-то, другое, третье, четвертое, проходит 9 месяцев, чтобы запустить туда детей. Представляете, чтобы что мы сделали? Туда жизнь, да. Чтобы, да? Она стоит целый год, ее отапливают, ее освещают, так сказать, и прочие вещи. А детей там нет, потому что нужно получить некие документы, которые разрешили бы ей работать. Угу. То есть... Раньше такого никогда не было. Вот если школу сдали, обычно сдавали где-то к 1 сентября, это правило было такое. И все, тут же начиналась школьная жизнь. Туда заходили дети, заходили учителя. Угу. Все, сегодня у нас совершенно все перепуталось. Ну, где ж такое видится? Да. То же самое и с детскими садами вот сегодня говорят. Да, детские сады должны быть сданы вот до конца этого года, но запустят их только где-то к весне. Там первый квартал называется. Да, да. Конец первого квартала следующего года. Поэтому вот какой вопрос. Угу. Интересную тут позицию, раз уж мы про детские сады заговорили, буквально в субботу, по-моему, да, 24 ноября зампред Дмитрий Курдюмов презентовал, собственно, новые детские сады активным мамам, а уже на следующий день, 25 ноября, они провели очередной митинг против проблемы вот этой, да, нехватки мест в детских садах. Меня удивила позиция, ну как удивила, она понятная, вполне себе, ну вот оказывается, что недовольны. 6 этих новых детских садов в Кирове, они не решат проблему нехватки мест в детских садах. Мы требуем, 6 троечек садиков не решат проблему, в новых детских садах трехлеткам не хватит мест, мы хотим компенсации за непосещение детских садов. Ну, в принципе, это требование справедливое. Инициативная группа, нет, она справедливая, но... Справедливо. В свое время в правительстве... Это вечная борьба такая. Да, вечная борьба. В свое время, когда у нас с детскими садами было на самом деле очень сложно, и тогда еще не было программы вот, по строительству детских садов.
которая была где-то в 2013, 2014, 2015 годах, мы тогда правительству внесли предложение от имени Департамента образования о том, что нужно поддержать тех родителей, которые не имеют возможности водить своих детей в детский сад. Мы специально ездили в Пермь, изучали их опыт. У них тогда каждому родителю, который вот не имел такой возможности, выплачивали 5000 рублей. С какой целью это делалось? Мы тогда рассчитывали так, что мы, во-первых, поможем родителям, или, так сказать, они нанимут нянечку, или будет эта выплата стимулировать развитие негосударственных, угу, так сказать, детских, ну, дошкольных учреждений. Услуг, да, да, услуг, да. Вот. Ну, нам тогда дали всего 2500 рублей. И тогда в 14 муниципалитетах, угу, мы такие деньги выплачивали. Угу. Кстати, в городе Кирове часть мамаш еще получает эти 2500 рублей. И папаш тоже? До сих пор. Ну, папаш там, где, они, да. Они для малообеспеченных. Да, сейчас для малообеспеченных. То есть этот процесс идет. Ну, 2500 минус. То есть, в принципе, по большому счету, действительно, мамаши правы в том, что мест не хватит. Тем более, если ставится вопрос с полутора лет всех детей обеспечить, угу, местами, тогда почему бы здесь на самом деле не найти такую возможность поддержать этих родителей? И вот мы очень бурно обсуждали этот вопрос на комитете, но там такое большинство на комитете, и я вынужден был сказать, что когда предлагается что-то сделать во благо народа, Единая Россия всегда голосует против. Это я в открытую сказал. Так что вот сам факт. Причем вносил это предложение Владимир Александрович Костин, это зампредседателя. Вице-спикер. Да, вот он вносил такое предложение. Мы его поддержали, но, к сожалению, большинство не пропустило. Так. У нас время, к сожалению, уже истекло. Анатолий Михайлович, я надеюсь, что мы еще встретимся в конце этого года. Еще обсудим. Все будет зависеть от вас. Подведем итоги уходящего. Да, просто перед началом программы говорил, что накануне Нового года как-то жизнь она ускоряется, все быстрее и быстрее. Давайте договоримся, что еще встретимся в конце года. Да? Спасибо. Месяц у нас есть еще впереди. Спасибо, Анатолий Чурин, депутат УЗС, руководитель областной системы образования, заслуженный учитель Российской Федерации. Всего доброго, до свидания. Спасибо.